понимаете? И нужно начать с того, то есть если половину одесситов соберутся и решат, что им нужно зарегистрировать Одессу, понимаете, как город, а потом уже нанять суд, нанять мэра, нанять прокуратуру, нанять избирательную комиссию, учредить бюджет, понимаете, то тогда мы уже заживем как в Европе. То есть в Европе уже есть эти громады. Давай. Когда, помнишь, была война Молдовы с Финишком? Ну, была, да, но я не вникал, да, я был маленький. Очень известный московский художник, я сам 10 лет прожил вот в Москве. Да. Я его как-то вытащил оттуда из тираж, полез в Приднестровье, вытащил в Москву. Еще раз что сделали? Вытащил в Москву. А, в Москву вот вытащили. Вот когда начинается военные действия между Молдовой. Да. А в каком году? Ну, когда вы видите, практически Молдаван просто перемешал землю, когда он закончил Молдавскую Приднестровскую войну. Помнишь это? Генерал, так смутно. Ну, это 90-е, правильно? Да, это 90-е. Где-то. А мне было тогда... Мне было тогда... Я вам скажу, 11 лет. А, мне 30 лет, да. Поэтому я еще тогда не интересовался. Привет, привет.
собирать подписи. Начинаем уже собирать подписи за легализацию. Пишем письмо президенту, чтобы сделал указ, отдельный указ о том, чтобы в Одессе разрешить в особых ресторанах, ну, в зоне для курящих, пыхтеть. С целью увеличения потока туристов. То есть то, что они сейчас в Крыму делают, россияне, Путин, Аксенов. То есть делают в Крыму казино и дурь. Но у нас в Одессе же еще ж девочки есть. В Крыму же девочек нет. Поэтому, ну да, а в Одессе нет. Поэтому все поедут в Одессу. И Лас-Вегас будет не в Ялте, а в Одессе. Да, да, вот такой вот я мэр. Идем.